Доброе утро! Меня зовут Роман Белов, и я юрист. Если ваши права нарушены, их можно защитить. Моя бухгалтерия требует от меня номер моего ИНН. Я его знаю, но у меня нет бланка ИНН. Обязательно ли его получение? Требования от работодателя об обязательном предоставлении свидетельства ИНН не основаны на законе. Нет ни в одной налоговой декларации такого реквизита, как ИНН работника. Также его нет и в отчетах во внебюджетные фонды. Предусмотрен он только в справке по форме 2 НДФЛ, которая сдается раз в год. Но этот реквизит является необязательным для заполнения. Согласно приказу ФНС, ИНН указывается идентификационный номер налогоплательщика физического лица, который указан в документе, подтверждающем постановку данного физического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не заполняется. По закону вы не обязаны получать ИНН, а тем более куда-либо предоставлять, если вы не ИП, а просто работник какого-либо предприятия, фирмы, ИП или частного лица. Бухгалтер же не обязан заполнять эту графу в справке 2 НДФЛ, если у него нет сведения об ИНН работника, даже если ИНН ему присвоен. Также он не обязан его узнавать в налоговой инспекции, а уж тем более заставлять работника получать ИНН. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задать по телефону. Доброго вам дня!